Итак, дорогие друзья, мы в центре Москвы находимся. Самый центр Москвы. У Кремлевской стены, так сказать. Красная площадь. Здесь работает карусель, прокат чего-то. Много развлечений, короче, для детей здесь, смотрите. Опа, и целое поле пшеницы здесь посадили. Растет пшеница, рожь, я не знаю, пшеница, ну, скорее всего, пшеница, да. Если кто знает, напишите потом в комментариях, это что, пшеница или рожь, или что.